Всем привет! Вы на канале Клуб Туп! И сегодня у нас большая, средняя или маленькая еда челлендж. Правила очень простые. Вот из этой сумочки мы будем вытягивать бумажки и определять, кому попадется большой, кому средний, кому маленький продукт. Надеюсь, на этот раз продукты будут вкусные. Я тоже на это надеюсь. Итак, все, кто не подписан на наш канал, срочно подписывайся. Ну а мы начинаем. Ну, первый раунд мне очень нравится. Мне тоже. У нас ананас большой, средний или маленький? Я хочу большой ананас. Я хочу большой, чтобы люблю ананасы. А всю неделю есть. Прикольно. Так, ну давай, Маш, ты первая тяни. Что там, что там? Ты. Ну и я. Маш, открывай ты первая свою бумажку. Первая большая. Да, и мы будем настраиваться дальше. Большая! Большая! Мне уже не нравится. Средняя! Не повезло мне. Пойдет. Это мое. Маленькое. Мой ананасик. А как мне его есть? Ой, давай я тебе. Ну, ты, конечно, так тоже можешь, но я тебе помогу. Отрежь мне пока кусочек, а остальное я доем. Ну, да, с рядом не будет. Хорошо, ты думала, я тебе сейчас весь ананас нарежу? Да. Ну, я пока пробую. Так, ладно. Спасибо. Ну, а мне, смотрите, какой достался кусочек. Какой вкусный. Он очень вкусный. Ну, еще бы. Нет, не нравится. У тебя такой большой ананас попался. Мне интересно, что будет в следующем раунде? Давайте следующий раунд. Да, давайте, я хочу уже узнать. Ух ты! Ты! У нас наконец-таки такая вкусняшка попалась. Обожаю бургеры. Это огромный бургер. Бутерброд. Маленький и средний. Бутерброд. Это бургер. Я не хочу, чтобы мне вот это попалось. Я хочу, чтобы мне вот это попалось, но на крайний случай вот это. Ну, а я хочу, честно говоря, чтобы мне вот это попалось. Почему? Потому что я на диете, наконец-то. Да, потому что с нашими челленджами я уже становлюсь вот такая вот. Том, помешай, пожалуйста, бумажечки. Я хочу первую. Ну, ты же в тот раз вытаскивала. Ну, точно. Все, первая помешала? Я. Я вторая. Ладно, давай. Да. Интересно же, давай быстрее. Большую. И я. Передняя! Ну, это не меня. А у Маши, значит, большая. Надеюсь, что большой. Ну, пожалуйста. Маленькая. А у меня диетически очень даже низкокалорийный бутерброд. Бутерброд. Просто хлебушек и теленюшка. Ничего более. Смотрите, какой он. Вот мой. Маленький, прям вот малюсенький-прималюсенький. Мам, за один укус съешь? За один укус. Конечно, конечно. Видимо, мне... Маша не очень расстроена. Не судьба похудеть на нашем канале. Нам надо открыть второй канал. Какой? Не худеем с мамой. Девочки. Почему не худеем? Наоборот, худеем там низкокалорийные какие-нибудь. Ну, а в чем прикол? Вот на это снимать нормальный челлендж, где мы едим огромные бургеры, а на втором канале ты вот диетический. Пить воду будем. В общем, я хочу вам сказать, что бургер очень вкусный. Мне прям очень нравится. Ну да. Пока ты там разговариваешь. Ну почему? Вредная еда такая вкусная. Ну вот почему? А как этот бутерброд называется? Бургер. Я не знаю. Мне кажется, он называется Big Tasty. Если вы хотите, чтобы мы открыли новый крутой канал, то давайте под этим видео наберем 100 тысяч лайков. Вы согласны? Я согласна. Теперь у нас следующий раунд. У нас на этот раз арбуз, но перед тем, как мы его будем есть, я хочу вам сказать, у нас же должен быть победитель. Да, да, я победитель. Ну вот, смотрите, что я придумала. Давайте так, у того, у кого попадается большая еда, тому 3 балла. 3 балла, хорошо, я согласна. Тому, кому средняя, 2. А кому маленькая, 1. Все, да, договорились. В конце узнаем, кто победитель. Да, подсчитать надо будет наши зрители как раз. Давай. Точно. Дадим им задание, потому что вы очень классно с этим справляетесь. Вы подсчитаете, кто сколько баллов набрал. Да, кто все. Выиграл. Да, и кто выиграл. И кто победитель. И я победитель. Я победитель. А я знаю, сколько у меня баллов за предыдущие 2 раунда. Ну и сколько? 4, потому что у меня 2 раза средний продукт попался. А я тоже знаю, потому что у меня один раз большой продукт попался, а один раз маленький. Это тоже 4 балла. Точно, у меня получается тоже 4 балла. У меня же один раз маленький, а один раз большой. Точно, да. Поэтому вот я должна... попадется большой. Его. Поэтому я должна выбрать сейчас большой продукт. Я вторая. Я уже выбрала. А ну поставь.
Я вторая. Маш, ты бей. Почему я ты быстро вторая? Открываю, я быстро открываю. У меня... нечестно. Маленький. Да, я же сказала, я возьму большой продукт. Ха-ха-ха. Это Машин продукт. Я же сказала. Вот это мой продукт. Ну почему я хотела вот это? Ну не повезло нам. И получается у тебя сколько баллов? 8. А, нет, 7. А у меня 5. Ну что, я пробую свой арбуз. Вкуснятина? Угу. Такой сладкий. Сладкий, да. А разве не опасно зимой арбуз есть? Нет. Это же... Говорят, зимой арбуз есть нельзя, поэтому лучше не надо. Положи. Я вчера в интернете читала. Да, можно заболеть. Нельзя есть маленьким вот этим деткам, как ты нельзя есть вот такие арбузы. Ну я его запакую летом съем. Хорошо, будем ждать, пока доспеет. А вот вы знаете, как тебя в детстве обманывала Маша? Она тебе что-то предлагала поменьше и выманивала у тебя что-то побольше. Давай мы сейчас проверим. Мам, ну не сработает. Смотри, это больше, чем у тебя. Это больше? Ну, меняемся. Тогда... Ну давай, тогда я тебе вот этот кусочек. Она тебе так давала 50 рублей и забирала 100 и говорила, это больше, это лучше. Мам, вот это тебе, вот это мне. Это мне? Вот этот маленький кусочек. Ой, нет, ладно, с тобой чуть не прокатывает этот фокус. Ну что, следующий раунд? Следующий раунд. И у Томки. Арбуз мой, у меня 7 баллов. У меня вся рука в арбузе. А у меня 6. Следующий раунд. Это мои любимые вафли. Это мои самые любимые вафли. Смотрите, какие они вкусненькие. Они очень сладкие. Не вафлю. А давай вафлю. Почему твою? Может быть, она моя? Я как раз хотела предложить. Давайте без всяких этих бумажек разберем просто. Я больше вас, значит, я возьму большую вафлю. Маша, а вот это средняя, вот? А вот это тебе, да. Ну, я уже забрала это. Вот эту маленькую, вот это тонкую. Вот это вообще, ну что это такое? Это собака на улице. Каким собакам? Это тебе. Ну что, возьми самую маленькую. Я смотрю. Я смотрю уже. Так, мы ждем. Да! Да что это такое? Ну опять маленькая. Да что тебе так везет? Я же сказала. У меня уже 10 баллов. Вот моя вафля. Вот моя маленькая. А здесь ягодок не хватает. И мороженого. Да? У меня тут, в принципе, вафли не хватает. Я загадывала желание. Мы вместе с тобой сказали мороженое. Все, я загадываю желание. Не вырывай его. Почему? Надо вырвать обязательно. Так не сбудется. Мне потом торчать будет там остаток. Все. Да, я загадала желание. Я загадала, чтобы все не подписавшиеся наши зрители срочно... Нет, это можно сказать. Такое желание можно сказать, оно обязательно сбудется. Все быстренько подписались и все поставили лайк. Вот да, вот, да. Ну а мы съедим свои вафельки. Да. Я растяну это удовольствие подольше. Смотри, как Маша ест. Ну да, ей половину вафли. А главное, мне хватит на 4 дня. Да ладно. И чем мне это поможет? На 6 не хватит. Она, конечно, безумно вкусная. Очень вкусная. Да. Очень низкокалорийная. Я хочу ее после видео съесть. Реально, как можно. Давайте следующий раунд. Да, следующий раунд. Следующий раунд. Все, следующий раунд. Вот это да! Ну, тут я точно должна большую бутылку получить. Есть вообще? Есть. Но этот раз я А у совести есть я. Я хочу большую бутылку пепси. Нет, в этот раз Маша выиграет. Или я. Я. Или я, или Маша. Или Маша, или я. Тогда это бери. Первая. Вот твоя. Да, это ваша. Ты самая мелкая в нашей семье, вот твоя бутылка. И что? Ну ты это выпьешь, что с твоим пузом будет? Вот такой здоровый. Вот, ну что, мне открывать? Открывай. Открывай, Маш. Большая! Ты так радуешь, я, честно говоря, тоже ее хотела. А я больше всех хотела. Средняя! Ха-ха-ха-ха! Ну я же не самая мелкая в нашей семье. Как ты откроешь? А, кстати, я еще даже свою бумажку не вытащила. Вдруг у меня там вторая бумажка большая. Ага. Как ты ее открывать? Все три были большие. Маленькая, ми-ми-ми. Открывать я ее буду вот такой открывашечкой. Вот моя пепси-кола. Маш, она, честно говоря, больше тебя. Вкусная. Такие глаза торчат. Ну пей уже. С
so delicious. А мне кажется, это самая вкусная пепси-кола у меня, потому что стеклянные бутылки. Но зато у меня больше всех ее. А у меня, мне кажется, она самая вкусная. Как дети любят эту газированную, неполезную воду. Поэтому не пей. Угу. А вот мне маленькая, я не пью вредное. Давай мы сейчас отпьем чуть-чуть, и ты нам пополам так разделишь. Может, вам мою отдать бутылочку? Давай. Мне. Плюс 2 балла. А, нет, плюс 1. А, кстати, Тома еще мои баллы заберет. Нетушки. У меня и так, по-моему, среди вас меньше всего баллов. Мне кажется, у меня сколько баллов? 12 баллов у меня. А у Маши? Сколько? Я не знаю. Маша уже запуталась. Подожди. Помогите Маше. У тебя 2 раза маленькая подряд попадалась или 1 раз? У меня получается 9 баллов вроде. Нет, у меня 12, я не запуталась, я считаю. Тома вообще хитрюга, она реально все баллы подсчитывает, все подсчитывает, такая молодец. А мы готовимся к следующему раунду. Да. Киндер, мой любимый киндер! В этом раунде у нас киндер, мы его выбираем. Я сразу 3 карточки беру. А можно я подсмотрю и выберу карточку большую? Ну нельзя, так нечестно. Я почему? Я под столом это аккуратно залезу и выберу большую. Ну разочек. Нечестно так. Том, ты выбираешь первое? Да. А я когда буду вообще первое? Никогда. Почему? Следующее видео. Хотя бы я открываю первое, давайте. Ладно, давай. Давай, значит, 3. Нет, я первая. Хорошо, я вторая. Вот, я открываю, и вот у меня вступает. Мам, ну знаешь, ты первая с конца. О, везение. 1, 2, 3. Большая! Ура! Зато у меня игрушка, у меня игрушка, у меня игрушка. Я не знаю, мне кажется, вы все подстроили. Так, смотрите, вот как выглядит моё игрушка. Он целый. Вот смотрите мой киндер. Мне даже вот не хочется показывать. Я хочу игрушку. А сколько у меня уже баллов? Так, у меня 14 баллов, я помню, я считаю. Ой, вообще, ну у меня вообще какая-то невезуха. Так, а что у меня? Пепси маленькая. Я надеюсь, у меня тут очень крутая игрушка. Тут какие-то петушки. О, смотрите, тут петушки. Вот так шумит. У меня, кажется, ниндзя. Кто у тебя, ниндзя? Я не знаю. Давай поменяй. Смотри, тут ушки. Черепашка. Просто черепашка. Тут вот хамелеон. Какие-то курочки попались. Какой-то хамелеон. Подожди. Это интересная штучка. Ну, интересно, вот такие какие-то... тут надо что-то вставлять. Вон Алиса есть? Прорези. Алиса, куда делась? Ой, что-то у меня не выходит. Нас обманули, у нас нет лисы, представляете? Подожди. Есть лиса, слава богу. Тома забыла вытащить лису. Я хочу забрать. Почему я не могу забрать свою игрушку? А потому что надо по инструкции это делать. Ой, ну, я поняла лису. Инструкции для глупых. А я пока на китайском прочитаю, что тут они написали. Мяу-мяу. Ну тут непонятно. Чего, я умею читать. И пока Маша и Тома собирали свои красивые, классные игрушки из киндера, я съела свой маленький, вот такой малюсенький кусочек. У меня попался лис с вот такой, с вот такими 5 петушками. Хвастайся, хвастайся. А у меня черепашка, которая шевелит лапами. И еще целое шоколадное яйцо. Да. А вот тонкая половинка, что тоже очень хорошо по сравнению с моим малепусеньким кусочком. Вкусно. Ну что, на следующий раунд? Следующий раунд. А давайте сначала спросим у зрителей. Я, например, знаю, что это за я фрукт. Я тоже знаю, что это такое. А мы спросим у зрителей, что это за фрукт. Потому что он очень вкусный. Помните, в одном из наших роликов мы спросили, напишите Томе, что за фрукт она ела. И все написали, такие молодцы, я прям в шоке. Все написали, это айва, она очень вкусная. А теперь напишите, что это за фрукт. А, айва, это когда я ела айву? Да, и все, я так удивилась, все знают. Фрукт айву. Даже я могу не угадать. Да, так, теперь я первая. Ладно. Я вторая. Подожди, я помешаю. Я все равно выиграю. Ну, это хорошо, что ты такая уверенная. Открываю? Открывай. Я тоже открываю. Подожди, не спеши. У меня большая! Маша выиграла! Ну там не честно. Да, у вас получается больше всего баллов? Да, я выиграла. А, у меня средняя. Я ошиблась, я Маша не выиграла. Я не проиграла. И хорошо. А кто это выиграл тогда? Я, конечно. В конце видео скажем. Знаете, почему я выиграла? Потому что я изменила правила нашего ролика. И теперь у кого меньше всего очков, тот победитель.
А так нечестно, мы не согласны. Давайте голосовать. Я не согласна. Прямо не согласна. Я так хотела быть победителем хоть один разочек. Ну ладно. Но и гузья. Ну, посмотрим. Какой этот фрукт вкусный. Я просто обожаю помелу, только она немножко... Ты что сказала, что это такое? Мы же специально говорили. Напишите нам, что, как это называется, а Маша? Это штучка, как это называется, да? Ты сказала название? Ага. Да. Нормально все. А сейчас, между прочим, самый сезон этого фрукта. Помело сейчас? Да, в феврале начинается самый сезон. Я думаю, почему она такая вкусная? Так, Маш, давай, клади. Клади. У нас... Невозможно оторваться, очень вкусно. Уже был только что последний раунд. Да. И я, как уже говорила, я ошиблась. Маша не выиграла, как я и хотела. У нас с ней равный счет. 15-15. Мы вдвоем выиграли. Я вас поздравляю, два победителя. И у нас будет вторая игра, второй бой. Ой, кстати, да, давайте вторую часть снимем. Вы согласны? Да, давайте. Вы хотите вторую часть? Потому что мы должны определиться, именно у нас должен быть один победитель. Это поэтому ставьте лайк. Я это знаю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео и делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!